15 минут назад на проспект Сахарова пришел политик Алексей Навальный со своими сторонниками. И вот сейчас полиция его окружила, взяла вместе с семьей. Да, он находится, жена и ребенок. Но ОМОНовцы тут же его окружили, не подпускают к нему близко журналистов. У него нет возможности сейчас выступить, но, видимо, сейчас речь идет о том, чтобы он поднялся на сцену и сказал какие-то слова. Но эти переговоры ведут одни из организаторов этого митинга. Вот только что к нему подошла Юлия Галямина. И сейчас они пытаются понять, как действовать дальше, так как ОМОНовцы взяли в кольцо его и не хотят, чтобы он куда-то двигался. Для того, чтобы урегулировать этот конфликт, министр Шойгу выделил 196 гектар земли. Их обманули дважды. Мне разрешили сказать на примерах немножко больше, я хочу прощения. Мне разрешили. Да, для строительства дома на Полярной. Мы видим, что Алексея Навального просят покинуть этот пятачок у сцены. И он сейчас, скорее всего, будет выведен из этой территории. Вы не скажете, а что произошло? Почему он не смог подойти? Из объяснения причин вывели Алексея. То есть не, у него была попытка пройти к сцене, к микрофону, так я понимаю? Ну, к микрофону было сложно подойти, он, его изначально не было в списке выступающих, но тем не менее, там какая-то несогласованность между заявителями.